Так, сегодня 6 августа 2024 года. И мы ездили, вот выехали и вернулись. 2 часа ушло. 2 лопаты были тычковые. Вот видите как. Это корень солодки. А вот это вот отдельно. Ну, где-то 4,5 метра примерно. А я его растянул. Вот оно. Смотрите. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Ну и считай пятый. А сколько умножь на вот свой вес? Это рост. Ну, накинем так. 5 метров есть. Это корень. Да. Вот так попался. И вот корень тоже. Палец вот я положу рядом, чтобы было видно. Палец большой. Видите, больше большого пальца на левой руке. Ну, а теперь что сейчас? Мыть, помыть. Заранее удобно, что было. Изрезать его, насколько надо. Его сразу разрезать? Нет, помаленько подсушить. А, подсушить? Потом, да? Немножко, да-да. А потом, знаете, на русскую печь, может, положите. Ага. Я насчет солнечного не знаю, но мы всегда так делали. Вымыть его. Ага. Ребятишки, когда мы были, где-то брали, ну, порядок такой, половина на лагерь, а половина, так, ну, это кто с кем был. А там, которые, они делят, домой надо пополам. Я говорю, делите пополам ровно. Ну, я только гляну, вижу, которая больше-то, я ее беру. Вот так этот больше. Я говорю, ну, вы же делили, я говорил, поровну. Они-то опять делят, рассуждают. Я опять вижу, вон ребятишки же. Мы ездили, ходили туда далеко, на Дряшин луг. Вот смотрите, сколько у нас сегодня. Вот здесь палец приложите, чтобы я показал вам. Мизинец. Вот. Нет, мизинца больше тут. Большой. Да вот, вот, вот оно, рядом. Видите как? Богатая земля. Да. Это Алтай. Деревня Потеряевка. Экологически чистая. А? Экологически чисто. Абсолютно. Здесь никаких заводов, ничего нету. Нету. Ну, это все лопатой выкапывали. Но вот такой длинный я никогда в жизни не выкапывал. Не было у меня. Он даже сегодня, вот я могу показать, какой вот. Вот он, видишь. Это ваш. Это вглубь он шел. Это ваш, да? Да. Вот брали где-то. А я здесь какой-то такой, вот он где-то. Вот этот вот, наверное. Ну вот коротенькие, вот такие больше нету, 2/4. А такой на 5 метров нет, не было. Ну и все. Вот можно сказать, если вот положить вот так вот в земле, вот так вот он был, вот. Вот так в земле. Ну давай. На глубине примерно такой. Да. И вот она как велась, я подкапываю, гляжу, куда она идет. А сколько земли-то скидать надо? Болеть тут трудно болеть, когда так вот на природе, да. И то вы дальше не стали, уже обрубили. Да, сказали, уже, хватит. Уже. Никуда не торопитесь отдавать. Вы должны помнить, что в первую очередь узнать надо, человек понимает ли ее стоимость. Надо резать сейчас небольшими, потом вот такими вот там, ну, по 5 сантиметров, ага. Просушить, когда промоете все. Ну и все. Она высохнет. Вот насчет на солнце можно или нет, этого не знаю. Я знаю, что лекарство всегда тень, чтобы была. Тень. И ветерок, чтобы да, был. Да, да, да. Ну, а тут тем более, я думаю, это все. Найдем место. Ну, все, я ушел. Спаси Христос. А, да, с Богом. Слава Поблагодарим Богу. Еще раз Господа. Господи, слава Тебе. Как мудро ты устроил все, и земля родить нужное для человека лекарство. Благослови, Господи, живущих здесь, даруй мир и радость, и брата Акима благослови, и руки хирурга да будут в Твоей власти. Возврати его в мире и здравом. Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот. А то у меня стол я сделал вот этот, рыбу чистить. Удобно сидеть, стул. Ну, нынче-то еще рыбы нет пока. Так, по мелочи. Вот все. Пошел я.